В поселке Горин, название которого происходит от имени реки Горюн, что означает «светлая», в этом году отмечают сразу два юбилея. 25 лет исполнилось Солнечному району и 55 – Горинскому комплексному леспромхозу. В свое время даже специалисты лесодобывающей отрасли предрекали предприятию скорое банкротство. Рядом с поселком делового леса почти не осталось, часть вырублена и очень много сгорело. Сейчас летом сортовая древесина вывозится с верхнего склада, который расположен от Горина более чем в 100 километрах. И тем не менее, градообразующее предприятие успешно работает, платит все налоги в бюджеты разных уровней, стабильно выплачивает зарплату и не только не боится банкротства, но и развивается, совершенствует технологию. О том, как это получается у горинцев, немного позже. А пока поговорим с теми, кто вахтовым методом работает на финских комплексах «Тимберджак». Александр Павлович Калюжный работает в леспромхозе с 1980 года. И за это время, конечно, оценил достоинства и недостатки техники как отечественных, так и зарубежных фирм. В лесу с 80-го года отслужил службу. И 11 лет на лесовозе, потом вот переучился на харвестер, сейчас... В данный момент на харвестере работаю. Ну, вы коренной горинец или остались после службы здесь? Да можно сказать, что коренной. Здесь учился, здесь все детство мое прошло. И так здесь и остался. А вот почему все-таки перешли с лесовоза на харвестер? Ну, раньше был трехсменный режим работы, по три человека. Потом стали по два. И, ну, кому-то надо было уходить. Ну вот, решил переучиться как раз. Послали на курсы. Съездил в Финляндию и вот отучился. Ну, машина хорошая, она. Каждый выпуск у нее совершенствуется. Всегда что-то новое приходится уже все равно в процессе уже осваивать. Много электроники. Но ничего, справляемся. А вот на ваш взгляд, почему не каждый может работать на этих комплексах? Далеко не каждый, кто учился, остается на них. Ну, есть люди терпеливые, если нет. Ну, кому-то, может, не хватает знаний маленько. Но если серьезно подходить, то все получится. Казалось бы, почему бы не работать? Зарплата высокая, комплекс оборудован и кондиционером, и магнитофоном. 5 дней в тайге, 5 дней дома. Однако из 10 человек, прошедших обучение для работы на комплексах, остаются всего 2-3. Техника хоть и умная, но сложная, требует внимания, оперативности, сосредоточенности. Начальник участка Владимир Яковлевич Гаврилов вообще считает, что без души в лесу работать нельзя. В принципе, мы подбираем людей на новую технику, на «Тимберджеке», стараемся брать уже механизаторов, чтобы они уже имели навыки работы. И смотрим в течение месяца, 2 месяца смотрим. Если человек получается, у него работа на «Тимберджеке», его сразу уже это видать. И мы тогда принимаем экзамен у него и ставим уже в работу. Ну, часть частично идет, частично уходит, а частично часть людей нормальных остается работать у нас здесь, на комплексах. Но ведь не только на комплексах, и на других вот участках видно человека такое короткое время, да? Да, в принципе, кадров видать в течение месяца сразу определишь. Если он работает, хочет работать, зарабатывать деньги, значит, он будет работать. Если спустя рукава поспать, то работы не будет. Мы стараемся с такими людьми расставаться побыстрее. А вот сейчас у вас, ваш участок, как вы считаете, у вас хороший подобрался коллектив? В данной ситуации, я считаю, участок у нас сейчас хороший. Даже можно сказать, отличный. Практически все работают специалисты, уже по несколько лет работают на комплексах. И вальщики по скандинавской технологии тоже специалисты все у нас уже. Практически все специалисты работают в данной ситуации. Но несмотря на то, что у вас все-таки график напряженный, 5 дней здесь, 5 дней дома, все равно люди не уходят, стали возвращаться люди, да? Да, в принципе, часть у нас уходили к малайцам, а сейчас, в принципе, зарплата у людей, кто заработает, зарабатывает нормально, претензий практически нету. А кто работает, тот зарабатывает. Практически в данный... Вот за год, за последний год практически у нас текущих кадров основных рабочих не было вообще. И практически никто не уволился. Ну вот, а вообще, как вы считаете, ощущение леса у тех, кто работает в лесу, есть оно? То есть
Любят они именно это дело или только за зарплаты идут? Ну, просто, не выдержит, да, просто за зарплату, наверное, так и не пойдет, наверное. А в основном люди все здешние, практически всю жизнь работали родители, это как в лесной промышленности, уже идет практически, они работают уже, мне кажется. В основном работают с душой. Если без души будешь работать, техника не будет работать. Она не будет слушаться тебя, если без души работать. Когда смотришь на эти огромные гусеницы харвестеров и фарвардеров, кажется, что здесь очень долго ничего не будет расти. Убедил нас в обратном участок, где 3 года назад проводились выборочные утки. Ничего, кроме больших пней, об этом не напоминает. Сохранен весь молодой лес, и даже трудно себе представить, что 3 года назад здесь проводились лесозаготовки. По дороге с верхнего склада мы сделали небольшую остановку, залюбовались лесными далями. Генеральный директор леспромхоза Владимир Федорович Бригаденко тоже смотрел на это зеленое море и, как потом признался, вспоминал. Вспоминал дымное лето 1998-го. Тогда в солнечном районе выгорели десятки тысяч гектаров леса, причем большинство вдоль автомобильной трассы Комсомольск-на-Амуре-Амгунь. Деревья сложились в потенциальные костры, и эти завалы могли бы остаться миной замедленного действия, когда достаточно малейшей искры, чтобы огненная стихия разбушевалась вновь. Работники лесхозов не могли сами заняться расчисткой горельников. Люди продолжали тушить пожары, техники не хватало. Тогда руководство акционерного общества «Горинский леспромхоз», дочернего предприятия холдинга «Флора», предложило расчистить горельники, причем с выгодой для всех. С помощью финских комплексов «Тимберджек» было выбрано 80% полезной древесины, около 12 тысяч кубометров, причем половина отправлена на экспорт. Бульдозеры сгребали корни, ветки, оставляя почву для новой лесопосадки. Уже следующей весной здесь были высажены саженцы, и сейчас весело зеленеют в траве молодые лиственницы. С 1996 года лесодобывающее предприятие работает по скандинавской технологии, признанной одной из лучших в мире. Конечно, финские комплексы «Тимберджек» леспромхоз самостоятельно приобрести бы не смог. Увы, ни российские, ни зарубежные банки долгосрочных кредитов не предоставляют. А благодаря сотрудничеству с закрытым акционерным обществом «Флора» новая техника работает в лесу уже 6 лет. Продажа круглого леса за рубеж не приносит большой прибыли и оставляет много отходов. Специалисты с мировым именем считают, что в 21 веке лесное хозяйство станет самостоятельной отраслью экономики, которая обеспечит сохранение окружающей природной среды, для чего необходима глубокая переработка древесины. Нижний склад, где проводится сортировка, погрузка, распиловка делового леса – гордость Горинского леспромхоза. Здесь до минимума сокращено использование ручного труда. Практически все операции механизированы. Естественно, для такой модернизации потребовались огромные средства, и опять руководство закрытого акционерного общества «Флора» пошло на эти затраты, зная, что через несколько лет новые цеха будут приносить солидные прибыли. Просто жизнь заставила делать, потому что в том помещении, в котором находилось оборудование, производительности было недостаточно, очень было неудобно, не технологично, поэтому вынуждены были вот так сделать. Я думаю, получилось нормально. Ну а вообще какие перспективы? Что вы собираетесь делать здесь еще? Мы хотим перейти к глубокой переработке древесины. Значит, на сегодняшний день выпускаем зеленую доску, которая особым качеством на мировом рынке не отличается, и потребностей больших ее нет. Но для того, чтобы была конкурентоспособная продукция, мы поэтому намечаем глубоко ее перерабатывать. Ну как это будет выглядеть? Это будет выглядеть продолжение этого процесса технологического, который мы сегодня имеем. Плюс в этой фазе будут сушильные камеры. Процесс такой. С верхнего склада древесина поступает на лесовозах под разгрузку. Значит, ее брокеры учитывают. И она идет в раскатку, в сортировку. Значит, по ассортиментам ее сортируют, по потребностям. Значит, часть древесины
того пиловочника, который мы привозим, идет на переработку под пиломатериалы. А основная часть сегодня в круглом виде реализуется на экспорт и внутреннем рынке. После сортировки в накопительном штабеле автопогрузчиком завозим на накопительный, значит, лесоцеха и подаем краном КБ-572 на приемный стол, где брокеры обсчитывают и направляют на переработку. Поступает после этого на окорочный станок. После окорочного станка, значит, что крайне необходимо сегодня, лес запыленный, загрязненный, дороги у нас, конечно, не асфальт. Вот. Требуют окорки однозначно, потому что пилы выходят из строя. И вот в связи с этим, значит, чтобы уменьшить износ, поломки, окариваем. Окоренный лес идет на ленточно-пильный станок Т-2200 японского производства. Значит, распиливаем по нужному ассортименту древесину. И поступает уже на многопильно-строгальный станок, где еще раз дорабатывается, и получаем готовые пиломатериалы. Вот вы планируете запустить сушильный цех в этом году, а энергия же очень дорогая. Как вы в этой ситуации решаете вопрос? Значит, для того, чтобы на какой-то фазе сэкономить и получить нормальный экономический эффект, значит, мы пришли к тому, что ставим котельную установку, значит, на отходах. На отходах от лесопиления и от деревопереработки, которая получается на нижнем складе при сортировке, от технических повреждений, масса коры. Вот. В общем, я скажу, что у нас скапливается отходов в том или ином виде порядка 5000 кубических метров. Вот. Значит, это достаточно для того, чтобы обеспечить энергоносителем для сушки древесины и обогрева производственных помещений. Как вы вообще считаете, это вот именно этот путь надо выбирать леспромхозам? Потому что круглый лес, насколько я знаю, цена то поднимается, то падает, и не так охотно его берут. Ну, я думаю, что круглый лес в виде пиловочника, который мы сегодня готовим и перерабатываем, и реализуем, это тупиковый вариант. Значит, для развития вот этой отрасли, и в том числе нашего леспромхоза, я думаю, однозначно надо заниматься деревопереработкой и более глубокими технологиями. И российский рынок не востребован на сегодняшний день, то есть мы не наполнили его. Ну и также наши соседи азиатского региона и Европы. Я помню, что еще лет 5 назад были проблемы с людьми, которые с рабочими, со специалистами. Как вот сейчас обстоит это дело? Приходит к вам молодежь местная, к примеру? Ну, я что хочу сказать, вот она немножко улучшилась, обстановка, в силу того, что подготовка кадров – это длительный процесс, и наработка коллектива тоже длительная. Вы сегодня в процессе видели, что мы откатываем технологию, значит, настраиваем станки, приходим уже там, набираемся опыта. Но в целом мы, значит, пригласили молодых специалистов, выпускников лесотехнического института. Значит, некоторые из них продолжают еще учебу, но уже у нас работают, значит, на заочном факультете, а некоторые уже закончили, стали уже инженерами и у нас используются в нашем производстве. То есть смену вы себе уже подготавливаете? Готовим, да, значит, и из местных ребят молодых направили на учебу, направили, оплачиваем учебу, обеспечиваем, то есть заинтересовываем. Но пока еще на 100% кадровый вопрос не решен. Готовим людей, занимаемся кадрами. Горинский леспромхоз тщательно подбирает молодых специалистов. Кого-то приглашает по окончании лесотехнического факультета Хабаровского технического университета, кого-то направляет на учебу. Я пока еще учусь в Хабаровске, в университете государственном техническом. Еще год мне осталось. По специальности? По специальности лесоинженер, но я думаю, все-таки потом еще на технологию деревообработки поступать. А почему вы выбрали вообще именно эту специальность? Откуда это?
Да, собственно говоря, я не выбирал. Сначала так пошло, получилось, больше некуда было устроиться. А потом понравилось и привык, вот уже 10 лет. То есть сначала вы начали работать, а потом учиться, да? Да. А в роду так потомственных нету, чтобы в лесу работали? Ну, нет, тоже все по случаю работают, как так получилось. У меня отец строитель, мать связистка, так что это тоже так получилось. Случайно. Приехали сюда на Дальний Восток и в лес все попали. Ну вот высшее образование, оно сейчас, как вы считаете, необходимо, да, для этой техники? Да, ну, в принципе, и всегда было необходимо. Но, естественно, сейчас такие технологии, что там надо понимать и механику, и все. И вот здесь, в частности, надо резание древесины все знать. Так что необходимо, конечно. В этом году руководство леспромхоза планирует запустить в работу новый сушильный цех. И тогда предприятие будет меньше зависеть от скачков цен на деловую древесину на мировом рынке. Казалось бы, все хорошо налажено, почти нет текучки кадров, но чего это стоило? Как трудно было выжить во время кризиса 1998 года? Это зависит от того, конечно, какое направление выберет руководитель, который, ну, первый руководитель предприятия, какое направление выберет, значит, с кем он будет работать, с какими структурами, вот. Значит, Горинский леспромхоз по своей сути сделал ставку на акционерное общество «Флора» и «Даллеспром». Вот. И поэтому, ну и до сих пор мы работаем с двумя этими предприятиями. Где-то порядка 90% работаем лесопродукцией через «Флору», и 10% идет через «Даллеспром». С другими фирмами мы не работаем. Значит, через них мы получаем запасные части, ГСМ, вот, машины, механизмы для работы с ними, отрабатываем стратегию предприятия. Значит, «Даллеспром», представитель «Даллеспрома», генеральный директор «Даллеспром» входит в совет Горинского леспромхоза. Значит, «Флора» входит в совет Горинского леспромхоза. Генеральный директор «Флора» является председателем совета леспромхоза, вот, Горинского, господин Белозеров. Ну и поэтому у нас как-то пока что все получается. Потому что, значит, ну, во главе «Флоры» стоят профессионалы, которые всю жизнь занимались лесозаготовками. Ну, во главе «Даллеспрома» тоже очень много профессионалов. Вот. И поэтому нам вот, как бы трудно, сложно не было, но предприятие не потерялось, не реструктуризировалось ни разу. На сегодняшний день у предприятия нет долгов ни перед бюджетом, нет ни перед народом в виде заработной платы. Конечно, состояние довольно трудное и на сегодняшний день финансовое, сложное такое, потому что рынок крепко сел, как говорится, низкий очень уровень цен на китайском рынке, на японском рынке. Вообще древесина на сегодняшний день не востребована. Если востребована, то еще хуже китайского на порядок. На сегодняшний день самый хороший это вот в регионе рынок, это через Градеково. Тут тоже проблемы, значит, и очень низкая пропускная способность леса через Градеково, через переход пограничный Градеково. Вот. То, что на сегодняшний день он пропускает где-то порядка 250 вагонов в сутки, это недостаточно. Все, в том числе и Сибирь, повернули свой лес через Градеково. Вот. Ну, как предприятие живет, развивается, как бы сложно это ни было. Ну, выходит по всем технологиям, да уже и вышло на мировой уровень производства лесоматериалов. Вот. Сегодня мы отрабатываем последний, ну не последний этап, а еще один этап увеличения стоимости собственной продукции. Это берем сушильное оборудование для, ну, для лесопильного производства. То есть весь пиломатериал, который мы будем выпускать, он будет уже идти сушеный.
В нем в комплекте идет котельная, которая будет работать на биоресурсах. А это значит, ну, проще говоря, на отходах своего лесозаготовительного производства. Значит, там будет использоваться в качестве топлива кора, щепа, откомлевочки измельченные, потом ветки, эти опилки, которые будут идти, горбель, там, обрезки. Ну, все это будет измельчаться и использоваться в виде топлива. Ну вот эти сушильные камеры, что они дадут вам, какую возможность они вам дадут в работе? Значит, на сегодняшний день для того, чтобы быть хотя бы немножко конкурентоспособным, нужно иметь какой-то законченный цикл продукции. Ну, хотя бы первый этап – это сушеные пиломатериалы, их и придержать можно. Они и полежать могут, их можно отправить в любую точку мира, где они будут, ну, где будет потребность их, и они не потеряют своего качества. А сырой пиломатериал, который мы раньше готовили, конечно, его старались отдать очень быстро, потому что его начинает водить, начинает он под солнцем портиться, синеть, краснеть, зеленеть, там в плотном пакете заводятся червячки эти, которые едят древесину, и японцы часто пользовались таким вот методом. Закажут, сделают заказ, мы пока его наготовим, чуть-чуть сроки пропустили, они начинают уже его не брать, вроде того, что вы пропустили сроки, не поставили вовремя, и потом держат до того, что приходится отдавать практически, ну, за бесценок, чтобы хоть что-то получить, а не на дрова его пустить. Это было несколько таких случаев. Конечно, тут и часть нашей вины, да не часть, а наша вина, но что вовремя не поставляем. У вас проблемы с транспортом, это естественно, потому что железная дорога пока навстречу не сильно это идет, понятно? Не сильно. Насчет кадровой политики, я помню, мы с вами вот несколько лет, наверное, даже 5 назад говорили, что очень сложно с кадрами. Я смотрю, сейчас у вас много молодых людей, много тех, кто имеет высшее, среднее специальное образование. То есть как вы довольны своим кадровым составом? Значит, кадровый состав – это такая штука, что с ним нужно постоянно работать, понимаете? Видите, когда есть рынок труда, вот, тогда, ну, как-то легче. У нас безработицы на сегодняшний день вот в регионе Горина нету, потому что здесь только лесозаготовительных предприятий, два крупных, это Горинский леспромхоз на сегодняшний день вот выиграл конкурс, теперь со второго полугодия будет брать 237 тысяч кубометров в год. И Римбунан Хиджао, который уже перешел за 300 тысяч, и практически он выходит на уровень 500 тысяч кубометров будет брать в год. Это для такого поселка очень, конечно, большой объем. И поэтому здесь рабочая сила востребована. То тем еще малазийцы, значит, Римбунан Хиджао, они выбрали ту технологию, на которой пользуемся мы. И тоже часть специалистов отток произошел, ушел. Это получилось в 2000 году, много ушло. Ну, что ж. Стали готовить специалистов, заниматься, давать объявления, привозить. Значит, брать ребят с техников. Уже начинали они на практику в тайге селить, там, создавать им условия, платить зарплату, хоть небольшую, о которых и зарплату нет, да хоть кормили бесплатно, то есть практически питание покрывали. Вот. Ну и на сегодняшний день то, что есть уже кадровый состав в тайге, отточился. Есть еще, конечно, моменты, но они небольшие. Вот. Отточился, уже работает, уже отточилась, значит, схема, система, знают, что хорошо поработаешь, хорошо получишь, даром деньги платить никто не будет. Сами уже практически утречком 6 часов на лесовоз и на работу. Никто ни за кем не бегает. Уже такие, как гулянки в рабочее время, выпивки, это уже такого нету на предприятии. Уже, наверное, ну, с полгода, как последних мы там двух убрали, операторов-харвестеров, пришлых, один Солнечного был, один с Комсомольска. Сейчас такого нет. То есть дисциплина на уровне. Вот. Ну, и делаем заказы, техникумы. В институте вот стажировалось два парня с Комсомольска у нас на харвестеры. Сейчас у нас харвестеры с ремонта, с капитального выйдет, мы их его посадим. Вот, будут работать тоже таким же вахтовым методом.
по тайге есть. По лесовозам тоже уже кадровый состав отработался, работают нормально. Они, значит, уже появляется семейственная традиция. У нас уже вот практически 3 лесовоза, где работают сын с отцом. Вот, на лесовозе, в паре. Ну и здесь, на нижнем складе, тоже отработали технологию, нормальную технологию. Здесь мы, конечно, маленько позаимствовали у малазийцев ее на погрузке вагонов. Сегодня экскаватором, сегодня и логлифт мы сами сделали, поставили. Вот. У нас сегодня эта технология дает, практически грузит логлифт и экскаватор, если вовремя подать, полувагоны, значит, до 16 полувагонов до отчетного времени. Вот. То есть здесь все нормально. Сейчас занимаемся мы набором кадров, подготовкой специалистов на лесопильное производство. То есть подбираем молодых ребят, комплектуем группы, вот, помогаем жильем и отправляем учиться. Есть договоренность, уже отправляли мы на МДК, там круглыми пилами точить. Значит, есть договоренность отправить группу в Терней, там очень сильное лесопильное производство в Тернейлесе. Очень сильное лесопильное производство, чтобы подготовить специалистов. Поэтому занимаемся этим вопросом. Ну и все-таки, вообще, я так скажу, что кадровый состав на предприятии омолаживается. То где-то средний уровень у нас года 4 назад был порядка 35-40 лет. Сейчас, наверное, уже под 30 тянет за это время. Вот этот год, он все-таки юбилейный и для Солнечного района, и вот, как оказывается, и для вас, да, району 25, вам 55, вы старше намного. Вот несколько добрых слов в адрес района и своего предприятия. Значит, я поздравляю всех жителей Солнечного района и работников Горинского леспромхоза. Хочу пожелать всем доброго, крепкого здоровья, счастья в жизни, хорошего благосостояния и всегда, чтобы была работа и хорошая зарплата у каждого человека нашего района. Мы присоединяемся к поздравлениям генерального директора и от души надеемся, что несмотря на почтенный возраст 55 лет, Гуринский леспромхоз по-прежнему будет одним из лучших предприятий Хабаровского края.